Здравствуйте, дорогие подписчики и просто гости нашего канала. В этом видео мы возвращаемся на набережную в городе Ростове-на-Дону, которая является любимейшим местом отдыха ростовчан и гостей города. Мы посмотрим, что изменилось на ней со времен карантина, да и просто прогуляемся от начала до конца и устроим вам небольшую экскурсию. И с вами, как обычно, Анжелика и Дмитрий. Я немного прокачал свой скилл монтажа, и я надеюсь, вы это заметите. Так что открыточные виды и полезная информация вам гарантированы. Но начнем мы с редко посещаемых мест. Большинство посетителей набережной вообще не знают о существовании этого места. В самом северо-западном углу набережной прячется памятник в честь основания Темирдинской таможни. Утвержденный по указу императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 года. Река Темирник протекает здесь совсем недалеко, и во времена русско-турецких войн здесь были южные границы страны. Но пойдемте же наконец к главной достопримечательности набережной – реке Дон. Дон является пятой по протяженности рекой в Европе и в основном протекает по двум российским областям – Воронежской и Ростовской. Его длина составляет около 1870 километров. На большей части реки он судоходен, и ниже по течению он впадает в Азовское море, что делает его важнейшей транспортной артерией, соединяющей Центральную Россию с Черными и Средиземными морями. Если вы когда-то ездили на Черное море на поезде, то наверняка проезжали по этому мосту. Протяженность мостового перехода 300 метров. И он состоит из 5 пролетов. 3 раза в день этот пролет поднимается, чтобы пропустить большие баржи. Но, к сожалению, это далеко уже не первый мост на этом месте. Изначально его открывали в интересную дату – 9 мая 1917 года. И в народе он назывался «Американским», поскольку составные части были заказаны, изготовлены и привезены в Ростов-на-Дону из Соединенных Штатов Америки. Но во время войны его несколько раз разрушали и восстановили только в 1952 году. Сейчас мы наблюдаем, пожалуй, одни из самых дорогостоящих объектов недвижимости в Ростовской области. Но давайте же прогуляемся вдоль набережной. Почти в самом начале современной набережной находится интересная скульптурная композиция, которая называется «Купание коня». Ростов, по российским меркам, довольно жаркое место, поэтому в июле температура вполне может превышать 35 градусов Цельсия. И в ноенный летний день очень хочется искупаться, а здесь два в одном, и коня помыл, и сам выкупался. Разумеется, набережная является центром протяжения для рыбаков со всей округи. Они стоят практически на всей ее протяженности. Как известно, Ростов – это порт пяти морей. И здание перед нами – это старый речной вокзал. К сожалению, в новых экономических реалиях необходимость в нем отпала. И здание постепенно ветшает, что, конечно, неприятно, потому что его проект довольно уникален. Эта высотка с надписью «Тихий Дон» является старой одноименной гостиницей. К сожалению, она уже не отвечает современным стандартам комфорта, но жаль, ее проект уникален, и он до сих пор является символом Ростова. Какое безобразие! На ограждениях набережной временами встречается ростовский герб. А это был герб Ростова во времена СССР. Кстати, а вы знаете, что корабельные кнехты уходят в землю почти на 2 метра глубиной? С другой стороны речного вокзала находится вход в ресторанчики и ночные клубы. Здесь раньше был довольно уникальный супермаркет, который назывался одноименно «Тихий Дон». К нашему большому неудовольствию он или переименовался, или совсем закрылся, хотя в нем был довольно уникальный набор продуктов. Поэтому нам его будет не хватать. Покататься на водном мотоцикле, конечно, прикольно, но, как по мне, ширина Дона в этом месте не позволяет вам испытать все удовольствие от этого транспорта.
Сейчас мы выходим на самую посещаемую часть набережной. Здесь нас встречает памятник знаменитому советскому писателю, лауреату Нобелевской премии в области литературы Михаилу Александровичу Шолохову. Премия была вручена ему в 1965 году за роман «Дефидор». Как сказано, за художественную силу и ценность эпоса о датском казачестве в переломные для России времена. Интересно, почему наша страна вынуждена крутиться по колесу истории? И можно ли сойти с него? Я думаю, многие из вас задумывались, что это за странное здание появилось на набережной. И что означают цифры на его фасаде? Все очень просто. Это новый ресторан. И цифры в его названии означают высоту западной вершины Эльбруса. И его владельцы выращивают продукты для своего ресторана. И, кстати, интерьер у него гораздо интереснее, чем экстерьер. Но, к сожалению, это здание заменило бывшую картинную галерею. Конечно, старое здание ветшало, но его хотели заменить на новое. Но потом планы, как всегда, поменялись. Дальше на набережной находится моя любимая достопримечательность. Это фонтан, который называется очень просто – Ростовчан. Девушка не то греется на теплом ростовском солнышке, не то просто хочет нас всех обнять, но выглядит это довольно мило и незатейливо. Ростовчанки у нас девушки, конечно, симпатичные, поэтому почему бы им не иметь собственный памятник на набережной? Кстати, ночью он имеет цветомузыкальную подсветку. И вообще, если вы хотите, чтобы мы сделали вам видео про ночную набережную, дайте нам понять это в комментариях. Кстати, немногие уже помнят, что раньше эта статуя не была фонтаном, и стояла она спиной к речному вокзалу. Дальше на набережной находится довольно странная технологическая скульптура. Она называется «Механический гармонист» от автора, который решил остаться неизвестным. Для ее создания он использовал детали от старых автомобилей и бытовой техники. Эта скульптура развлекала гостей Олимпиады на последних зимних Олимпийских играх. Прямо над ним, на центральной аллее, находится прямо-таки маленький музей под открытым небом. Эти куски старой лиственницы были заложены в 1890 году и служили или для укрепления набережной, или являлись частью понтонного моста, который проходил здесь на левый берег Дона, в районе Буденновского проспекта. Их извлекли из воды при реконструкции набережной. Как ни смешно, но учитывая, что это первая береговая линия, на ней практически нет отелей. Единственная гостиница, которая бросается в глаза, это сетевой отель Radisson Blu. Там довольно приличные номера и почти европейский уровень сервиса. Здесь ребята из Донтура заманивают вас покататься на корабликах типа Москва. Прогулочные теплоходы просто снуют от многочисленных причалов Ростовской набережной. Но, к сожалению, цены на билеты за последнее время выросли почти в полтора раза. Кто из вас стал богаче за последние 3 года? Поставьте лайк, пожалуйста. Экскурсия по Дону довольно короткая, она длится минут 40. Но в принципе вы вполне можете позволить себе это по времени и деньгам. Кстати, у нас на канале есть видео с такой прогулочки. И вы можете посмотреть его по ссылке в верхнем углу экрана. Интересно, но это единственная надпись «I love Rostov», которую мы смогли обнаружить на набережной. Раньше их было довольно много. Интересно, куда они все пропали? Еще одним изменением на набережной является вкусочка вместо Макдональдса. Макдональдс-то был не самым лучшим местом, а это вообще не то. Набережная Ростова – это семейный отдых. И здесь довольно много развлечений для маленьких детей. Если вы пришли сюда с детьми, то они навряд ли дадут вам пропустить это место.
Дальше нас встречает так называемый Петровский фонтан. В свое время он являлся первым фонтаном в Ростове, который не имел так называемую чашу бассейна. Точнее сказать, чаша для сбора воды спрятана под поверхностью земли. Фонтан представляет собой плоское полотно плитки с металлическими решетками, сквозь которые вода проходит под землю. В схему фонтана заложена возможность исполнять десяток водно-световых танцев. И вечером он прекращается цветомузыкальным. Но цветомузыка работает только в пятницу, субботу, воскресенье в определенное время. Справа и слева от фонтана находятся еще одни герои шолоховских произведений. Слева это нахаленок на плетне, беспризорный мальчик, герой донских рассказов. Река же наша, чтоб обедали без меня! А справа скульптурка деда Щекоря, героя поднятой целины. Кто знает, что варится у него в котелке, напишите свое мнение в комментариях. Раньше иностранцам очень нравились курящие статуэтки этого чудного дедушки. А так это прекрасное место для ваших фоток. Эта часть набережной называется Аллея влюбленных, и она очень полюбилась ростовским молодоженам. Прямо у кромки воды с западной стороны нас встречает скульптурная композиция из двух танцующих журавлей. Журавли довольно моногамны и обычно создают свои пары на всю жизнь. Их танец олицетворяет любовь, гармонию и красоту. Поэтому молодожены очень любят цеплять свои замочки на специально подготовленные деревья на этой аллее. Но дальше по набережной нас встречает целая роща таких деревьев, в центре которой находится довольно интересный арт-объект, которая называется «Индустриальное сердце». Эта необычная композиция была создана к 11-му международному инвестиционному форуму «Сочи-2012» и была представлена во время мероприятия под лозунгом «Ростовская область – это новое индустриальное сердце Юга России». Все шестеренки и клапаны механического сердца тогда вращались без перебоев. Один мой друг очень любит этот ресторан. Он никогда не был в Италии, поэтому думает, что пицца и паста – это прям элитная еда. Но от этого заведения есть очень большая польза. Оно скрывает самую страшную скульптуру на набережной. Я, конечно, понимаю, что передать структуру шерсти и металла довольно сложно, но зачем вообще нужно было создавать этот шедевр? В принципе, конечно же, в нашей полосе деревья растут достаточно быстро. Но все-таки, почему бы их иногда не постричь? А дальше на набережной находится довольно интересное место. Тут стоит памятник великому пролетарскому писателю Алексею Максимовичу Пешкову, который всем известен под псевдонимом Максим Горький. А здесь получился гибрид Алексей Максимович Горький. Ребята, ловите лайфхак, работайте 2 недели в порту грузчиком, и вуаля, вам памятник на набережной. Но до 1961 года на его месте стоял памятник Иосифу Ларионовичу Сталину, который заменили за одну ночь после 20-го съезда КПСС. Дальше на набережной находится место, где вы и ваши дети можете оставить свои кровно заработанные. Раньше этих якорей на набережной не было. Как по мне, кто-то опять поставил фальшивку. Кстати, никто не хочет себе прикупить кораблик. В золотые 90-е такую штуку одним людям подарили на свадьбу. Кто хотел бы получить такой же подарочек на свадьбу, поставьте лайк, пожалуйста. Здесь мы с вами видим еще одних героев шолоховских произведений. Это Григорий и Аксинья. Молодой казак и казачка. Здесь они сидят в лодке. И словно бы приглашают присоединиться к ним, чтобы сфотографироваться.
но немногие помнят. Но раньше на левом берегу Дона напротив был другой памятник, посвященный этим двум людям. Но его увезли на родину писателя, в станицу Вешенская. Но пойдемте же дальше. Ворошиловский мост носит свое название благодаря одноименному проспекту, продолжением которого он является. И он строился с 1961 по 1965 год по проекту инженера Кузнецова. При сооружении моста впервые в мире были применены уникальные клеевые стыки. Сварные и болтовые соединения при этом не использовали. Но впоследствии с увеличением трафика результат был плачевный. И перед чемпионатом мира по футболу его пришлось модернизировать. Тогда же к нему были добавлены лифты. Лифты работают в выходные и праздничные дни с 10 утра до 23 вечера. Протяженность моста составляет 620 метров, ширина 12 и высота над рекой 32 метра, что позволяет ему пропускать речные суда всех типов. С него открываются прекрасные виды, и он очень хорошо вписывается в окружающий ландшафт. В ходе планового осмотра Ворошиловского моста в октябре 2007 года была обнаружена трещина, вследствие чего мост был закрыт на неопределенное время. В феврале 2014 мост был практически полностью демонтирован. И только к сентябрю 2017 года движение было возобновлено. Увеличение количества полос до 6 дало возможность увеличить почти втрое трафик по этому мосту. Технически это два моста вместо одного на этом месте. Кстати, если вы являетесь нашими подписчиками, я могу вам снять или смонтировать ваше видео. Согласно одной из старинных географических версий, граница между Европой и Азией проходит по реке Дон. Одно время даже существовал проект поставить на этом мосту мемориальный знак «Европа-Азия», но он не был осуществлен. Немногие помнят, но раньше на этом месте набережная заканчивалась. Практически под мостом выседает скульптура в виде казачьего атамана, которая называется «Дон-батюшка». Автор устроил здесь настоящий коллаж, посадив казака на трон и дав ему в руки различные царские и казацкие регалии. Если есть Волга-матушка, то почему бы не быть и Дону-батюшке? А вы знаете, что у владельца яхты есть два счастливых дня. Первый – это когда он ее купил, а второй – это когда он ее смог продать. Интересно, кто-нибудь может объяснить, почему ободрали кору с деревьев? Эта часть набережной появилась только в 1971 году, и здесь много советских памятников того времени. Все по нормам тогдашнего культпросвета. Я думаю, господа американцы прямо-таки обзавидовались советской политкорректности. Все прям как положено, и расово, и гендерно нейтрально. Дальше на набережной находится чудесное место для ваших фоток. Скульптура изображает художника, рисующего кистью по невидимому полотну. Я тоже являюсь художником с дипломом, но живописью занимаюсь крайне-крайне редко. Интересно, что автором является Олег Кукушкин. У меня был такой одноклассник, и он тоже был художником.
Интересно, Олежка, это не ты воял? Дальше по набережной находится довольно странное произведение искусства, созданное из пластушки. Но оно очень полюбилось местной ребятне. Я готов поспорить, что немногие гуляющие по набережной знают, чье имя оно носит. А ведь это великий русский адмирал, командующий Черноморским флотом, Федор Федорович Ушаков. Его путь начался на Дону. Здесь он окончил морской кадетский корпус, молодым офицером служил в Донской, то бишь Азовской флотилии и охранял Азовское побережье и низовья Дона от возможных нападений неприятеля. И, кстати, он единственный российский морской офицер, причисленный к лику святых. С противоположной стороны улицы, в окончании набережной, тянется ряд разрушенных зданий. Это просто ужас. Эти старинные руины являются яблоком раздора для местных властей и меккой для альтернативных историков. Официальная версия приписывает их строительство концом 18 века. Но когда они были построены в действительности, уже неизвестно. За время своего существования склады принадлежали разным владельцам и фирмам, но городская молва до сих пор приписывает их одному хозяину, знаменитому зернопромышленнику Ельпидифору Парамонову. Склады тянутся вдоль всей набережной, от переулка Чехова до Богатяновского спуска, и сейчас являются памятником федерального значения. К сожалению, во время войны в них попала всего одна бомба, но она нарушила уникальную систему охлаждения этих складов, являющуюся оригинальным инженерным решением, которое давало уникальную систему охлаждения и поддерживало постоянную температуру плюс 18 градусов. Но советские инженеры ее не смогли не то чтобы повторить, даже не смогли понять, как оно правильно работало. Система охлаждения основывалась на многочисленных бьющих в этих местах из-под земли родниках. Инженеры собирали родниковую воду в желоба и пропускали их сквозь складские помещения. Температура родниковой воды постоянно зимой и летом составляет плюс 18 градусов Цельсия. И эта система желобов поддерживала на складах пониженную температуру, благоприятную для хранения зерна. Поэтому в округе до сих пор круглый год растет трава. Но вода сейчас не соответствует санитарным нормам. На обновление этих руин уже готовый проект, но пока они не реализованы. Дальше нас встречает еще один советский монумент, посвященный Степану Тимофеевичу Разину, предводителю крестьянского восстания в середине 17 века. Он тоже был рожден и воспитан на Дону, рядом с белоснежной ладьей, фигурой атамана, его соратников и персидской княжны. На Дону имеется еще немало памятных мест, связанных с этим легендарным атаманом. Поговаривают, что он где-то даже закопал свои сокровища. Монетизация на YouTube в России невозможна, поэтому мы будем благодарны за любую активность под этим видео. Так что с вас лайк, коммент, репост. Этот памятник был открыт в октябре 2014 года. Композиция памятника отражает историю и традиции пограничных войск России. И также отражает историческую преемственность разных поколений военных. И он создавался по инициативе Совета ветеранов-пограничников Ростовской области. На собраны ими же средства. Кстати, если вам показалось, что этот кораблик никогда не отфортовывается от причала, то это действительно так. Он с 1997 года является учебным судном и отшвартовывается от него только на ремонт в док. Этот стеклянный куб – еще один недостроенный отель. К сожалению, его пытались открыть к чемпионату мира по футболу, но не успели этого сделать. А это недостроенное здание – новый объект элитной недвижимости. На данный момент все квартиры уже распроданы. Тут мы имеем памятник главному донскому деликатесу
Считают, что большие донские раки довольно вкусные. И при желании вы можете отведать их прямо на набережной. Прямо за раком находится Альпийская горка, на которой вы можете сделать прекрасные фотки для какой-нибудь нужной вам соцсети. В разное время года здесь цветут разные растения, и их тут довольно много. Хотя одновременно, естественно, они все не видны. Поэтому наша вам рекомендация сходить сюда повторно еще несколько раз. Это детище предназначено для детей от одной известной трубопроводной компании, но мы надеемся, что ее времена уже ушли навсегда. Это последняя скульптурка на набережной, возможно, даже она самая главная, ибо передает весь азарт и экспрессию от рыбной ловли и посвящена многочисленным рыбакам, которые стоят с удочки вдоль всей набережной. Можно прямо-таки сказать, что это памятник всем любителям рыбной ловли. В связи с тем, что щука очень похожа на крокодила, в народе ее называют рыбак и крокодил. А это ваш последний шанс перекусить на набережной, если вы проголодали. Это здание, так сказать, является последним форпостом общепита на набережной. Этот стадион был построен чемпионатом мира по футболу 2018 года. Это пятиэтажное сооружение вместимостью 45 тысяч человек. Его строительство обошлось в 20 миллиардов тогдашних рублей. Но, к сожалению, его масштабы теперь не востребованы городом, да и страной. С тех пор, как мы последний раз снимали эту набережную, местная марина немного разрослась. Но ее давать дает очень большое цветение воды. И выглядит все это не очень аккуратно. На данный момент набережная заканчивается в этом месте, и планы увеличения ее до Зеленого острова пока не осуществили. Раз вы досмотрели это видео до конца, значит, оно вам понравилось. И мы будем вам премного благодарны за любой комментарий и лайк.